Привет-привет! Это третий выпуск рубрики «Иванова на басу». Я его веду из нашей штаб-квартиры. Сегодня в этом выпуске мы наконец отдохнем от сложных размеров и разберем песню попроще. Это песня «Сигналы». Ее вы сможете найти на альбоме «Крутила пила» под номером 2. Поехали! Итак, мы слышим, что песня написана в размере 4 четверти. Этот размер нам очень хорошо знаком и привычен. Но здесь есть также и подводные камни. Основная сложность – это ритмический рисунок, который лежит в основе всей песни. В основе ритмического рисунка лежат конструкции, с которыми мы уже сталкивались в первом видео. Это пунктирный ритм и синкопа, то есть смещение акцента. Вторая нота звучит раньше, чем мы ее ожидаем, а именно на 16-ю долю. Чтобы играть такие рисунки ровно, нам необходимо учиться делить время на более мелкие длительности, как мы это делали в первом видео. В данный момент мы разделим одну долю на 4 части, это будут 16-е. И вторая нота приходится ровно на 4-ю 16-ю. Кроме того, вторая нота еще и залигована. Это создает ощущение смещенного акцента. Если мы внимательно прислушаемся к этому рисунку, то мы услышим, что здесь очень много общего со стилем самбо или босса-нова.
Вот и все на сегодня. Увидимся через 2 недели. Пока!